1 февраля молодежное крыло Ассамблеи народа Казахстана объявило о сборе игрушек для детей, оставшихся в сложной жизненной ситуации. За один месяц однокультурное объединение Павлодарской области складывали игрушки, развивашки и спортивный инвентарь в Добробокс, чтобы ко Дню благодарности подарить их детям. Воспитанники регионального центра поддержки детей – это несовершеннолетние, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Основной контингент – это дети от 3 до 16 лет, чьих родителей лишили родительских прав. У них в основном ограничения у родителей на полгода. До полгода они находятся у нас. Потом родителям дается возможность на восстановление. Либо деток отправляют, если родители не успевают, деток отправляют по детским домам, и они воспитываются дальше там. Но даже через полгода родители могут забрать своего ребенка. Государство дает им шанс устроиться на работу, улучшить жилищные условия и избавиться от вредных привычек. Приоритет системы, чтобы ребенок воспитывался в родной семье. Мне наш центр очень нравится. Здесь для нас проводятся различные мероприятия, конкурсы. Также нас вывозят на различные мероприятия, на отдых. И вчера, например, мы были в село Павлодарское, мы там катались на лошадях. Нам очень понравилось сильно. Дети в центре всегда чем-то заняты, будь то учеба, секции, тренинги или внеклассные мероприятия, которые устраивает попечительский совет или волонтеры. Вот и ко Дню благодарности молодежное крыло АНК вместе со своими активистами пришли в гости к ребятам и не с пустыми руками. Решили вам сегодня подарить вот такие минуты радости. Пришли не с пустыми руками. Целый месяц для вас наши бабушки, дедушки, и взрослое поколение, и даже вот ребята все принесли самые свои любимые игрушки, чтобы подарить вам, чтобы вы могли играть, чтобы у вас было счастливое детство. Воспитанники Центра поддержки детей благодарили своих новых друзей за подарки праздничным концертом. Алғыс айту күнімен құттықтаймыз. Патриот болу парыз, азамат болу міндет, және адам болу қасиет. Такие встречи и праздники очень важны для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Они не должны забывать, что они не одни. Раиса Мургунова, Алексей Мехедов, Иртыс-Ақпарат.